Инспекторы ГИМС патрулируют акваторию Северной Двины вместе с добровольцами. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в очередной раз вышли в рейд. В патрулировании помогают бойцы студенческого пожарно-спасательного отряда «Поморспас». Для нас это очень интересно, необычно, так как раньше нам не доводилось это наблюдать. То есть, интересно посмотреть на работу. Основное в работе – проверить документы, наличие на борту аптечек, огнетушителей, спасательных жилетов, которые должны быть у всех пассажиров. Государственная инспекция выходит регулярно в рейды, патрулирование. Совместно бывает подключаем молодежь с Роспаса. Сегодня вот у нас на борту 2 человека. Ребята молодцы, помогают нам, вникают в нашу работу. Для «Поморспаса» это уже не первый опыт сотрудничества с ГИМС, но в рейды на воде добровольцы начали выходить только в этом году.